либо меняется. Надо лучше имитировать, что такое на харде, но цифры такие более приближенные к действительности. Нижние. Нижние это тройка. Но новые это, новые это когда стремительность. Интересно, если это загрузить мы, читом просто на месте стоять, что будет противник? Я не знаю. А сейф при этом остался. Да, а что сейву-то, какая разница? Ну, может, он модифицированный, сохранение. Да, нет, сколько нет, тебе будет секунд? Вот если бы ковы версия менялась, да, то это был другой вопрос. 75 должно быть, ну, примерно. Ну, блин, ну, ты, ну, не 99. Я говорю, это странно. Счетчик был очень подозрительный. Много чего подозрительного. Постоянный километр адвантажа очень подозрительный. Я, конечно, люблю Клауда, но это странно. Не верю в него. Не верю. Но эта игра задумана, чтобы все-таки худо-бедно превозмогать. Чтобы худо-бедно... Ну и что сейчас будет? Ну, блин, ну не 300 метров же. Нет, уже не 300 метров. Он уже не охотно. Вот это уже более реалистично. Вот это уже на что-то... Как будто графика хуже стала. Вот теперь, вот в этот адвантаж я верю. Окей, в это я... Вот! Вот теперь, началась вот игра. Теперь я вижу Мишел Ди. А до этого... Я видел Need for Speed Carbon. Я хочу себе это исключить. Я хочу это исключить. Вот, вот теперь правильные цифры. А продолжим завтра утром завязывать. Теперь еще надо было... Это можно выложить отдельное видео с комментариями, что такое читерские гонки. Вот теперь есть смысл попробовать на норме. Может быть, теперь из тебя будут иногда вытаскивать на нормале.